Салют, салют! Привет, дорогие друзья! Субботой вас! Как сегодня вам у нас отдыхает? Суббота. Сегодня, да, у нас суббота, а завтра у нас воскресенье. Я думаю, соответственно, у вас оно тоже завтра воскресенье, да? Как вы думаете? Как у вас настроение? Очень хотелось бы большое спасибо сказать всем тем, кто нас поддержал. Мы подали заявку на монетизацию. Спасибо, ждем одобрение или отказ решения. Ну, вам почему огромное... сразу отказ? Ну... Всем огромное спасибо, кто нас поддерживал, поддерживает. Благодаря да. этому мы, может, хотя бы как-то нашкребем на дом там и т.д. и т.п. и вообще кто помогал. Да, монетизация на канале нам действительно нужна. И сейчас скажу почему. Потому что нам эти денежные средства... Они пойдут на постройку нового дома. Ну или не на попытку постройку нового ну, дома. Ну или на попытку, да. Но хотелось бы сразу сказать, они пойдут не на изыски там роскошной жизни, как говорится, которые многие себе позволяют, не на отдыхе. Можно я? Да, конечно. Потому что у нас двое маленьких детей, которых надо как бы обеспечить крышей. Одной работы я почему-то, ну, не хватает немного. Сами кто-то знаете, какие ситуации в стране бывают. Я, конечно, метаюсь, как рыба в воде, и т.д. и т.п., но все равно не хватает. Как бы это кто-нибудь что ни говорил. И Люба тоже тут колымит за компом иногда, все равно не хватает. А на постройку дома, учитывая цены на материалы, сейчас блин, они дерево, действительно металл. Взлетели. Ну, у нас нет родственников, которые живут в Америке, которые нам бы подкинули. Я бы прям бы вот вообще бы вот, без огрызения совести бы забрал бы такую подначку от родственников, естественно. Я сам кому, когда надо, я могу помогаю руками, ногами, чем угодно, подвести и т.д. и т.п. Мне для людей ничего не жалко. Вообще, мы пытаемся как-то сами заработать на это все. Вот. И огромное спасибо, что мы подали заявку на монетизацию. Очень хочется одобрения, чтобы одобрили. Ну а мы с Ромой ездили сегодня на почту, отправляли все чеки по проекту «Не оставим в беде». Там нужно было, конечно, нашему волонтеру отправлять все чеки, но отправили мы. Этот проект был, в него было заключено то, что у нас было 3 КАМАЗа. Манипулятором обгорел, и части дома убирали. Там выделялось 50 тысяч на реализацию этого проекта. В 50 тысяч входило 3 манипулятора. Это мы сами проект делали. Закупали перчатки, мешки для мусора, грабли, тележку. И что еще? А, еду для волонтеров, бензин. И сейчас пришло время, они все проверили, все подходит, и сейчас пришло время отправить им все чеки. Вот мы отправили сегодня все чеки письмом. Сейчас трек-номер отправим организаторам и будем ждать, когда к ним придут и будут они чеки проверять. Вообще очень здорово, что человек помог нам. Откликнулся на нашу беду и большой техник. Мы заказывали большую технику и разгребали. Видео о проекте я вставлю в описание и закреплю в первом комментарии, чтобы вы подробнее посмотрели, что это за был проект такой. И... как он реализовывался и как он был должен быть реализован. Сейчас у меня еще язык заплетается. Я принимаю таблетки и уколы. У меня по моему заболеванию, по ДЦП, спастика очень сильно увеличена. С 2017 года я
не проводила лечение. Сейчас я проконсультировалась с врачом-невропатологом. Она мне назначила лечение. Сегодня уже 7-й день лечения. Там для головы, чтобы кровь в голове разбегалась. И, соответственно, чтобы спастику снять, спастика – это скованность. Скованность в мышцах ног, рук, спине. И сегодня 7-й день. После утренних таблеток я чувствую себя как, не знаю, как сказать, у меня все расслабляется, и я такая вялая. И поэтому вот мы не выпускали несколько дней видео, даже сейчас говорю, у меня язык заплетается. Мышцы все расслабленные и как ватные. А по утрам, вот я принимаю эту таблетку по утрам, и где-то вот ближе после обеда я уже более-менее становлюсь, ну, такая нормальненькая. А до этого вот все расслабленное, такое вялое, квёлое. Ну ничего, через вот сегодня 7-й день, а мне через 10 дней нужно позвонить врачу и рассказать свое самочувствие. Там я не знаю, что дальше. Она увеличит дозу, что ли, или уменьшит, не знаю, там будет видно. Это от спастики, которая расслабляет меня. Даже сейчас говорю, что говорю? Простите. Если что не так, простите, пожалуйста. Да это и понятно. С 17-го года у меня не было лечения. Все это, конечно, все это обострилось. И хоть чуть-чуть, немножечко спастику снять, чтобы хоть чуть-чуть легче было. От лекарств, конечно, головушка такая светленькая становится. Светленькая, не кружится. Нравится мне лечение, проходит нормально. Ну, а дорогим нашим зрителям я еще раз говорю. Спасибо вам огромное за помощь, за поддержку. Без вас бы мы точно не справились. Спасибо большое, что вы нас смотрите, поддерживаете, ставите лайки, пишите комментарии, хорошие и плохие бывают комментарии, пишите. Ну, как говорится, есть и добрая сторона, есть и злая сторона, а есть вот она, серединная. Еще раз огромное-огромное спасибо. Мы вас целуем, любим. Пока-пока.